Volk schätzt auch den schnittstarken Computer, der den Stamm schnell und ohne Rest aufteilt. Trotz ampermetergesteuertem Vorschubsystem arbeitet Volk häufig und gerne mit dem Joystick. Denn mit langsamem Vorschub erzielt er für seine Kunden eine besonders hohe Schnittqualität.
достижения этого необходима деревообрабатывающая система, позволяющая получать наивысшую долю выработки древесины с наименьшими затратами. Станок системы Counter Plus был разработан нами для развития лесной промышленности России, а также для повышения ценовой конкурентоспособности российского пиломатериала. В станке Counter Plus, как результат многолетней совместной работы, объединены разработки компании Fuji. Это загружающий и автоматически подающие механизмы, а также система установления оптимальной распиловки древесины. И разработка компании Kyowa Kikai – это окантовочная фреза, профильный нож и двухшпиндельная двухпильная система. Совместные разработки обеих компаний в станке системы Counter Plus является ноу-хау в деревообработке. Итак, давайте посмотрим процесс работы станка системы Counter Plus. Итак, первый процесс загрузки. Сначала по одному загружаются и подаются очищенные окорщиком бревна. С помощью специальной системы в каждом бревне сначала определяется сердцевина. Сердцевина бревна высчитывается с помощью 5 лазерных механизмов, и информация о особенностях каждого бревна автоматически поступает в компьютер, который высчитывает оптимальную и эффективную обработку, исходя из особенностей каждого бревна. На панели управления необходимо выбрать продукцию, которую планируете изготавливать сегодня. С помощью значков «нолик» и «крестик» отмечать необходимые размеры конечной продукции, которые были зарегистрированы ранее. Исходя из отмеченных размеров, компьютер автоматически определяет наиболее эффективную обработку бревна. Также данные об оптимальном распиле того или иного бревна параллельно отображаются на экране компьютера. Перед обработкой бревно постоянно поворачивают изогнутой частью вниз. После всех расчетов оптимальной выработки древесины из бревна, заготовка автоматически отправляется на обработку. Следующий процесс обработки. Процесс обработки состоит из трех фаз. Первая – окантовочная фреза снимает и дробит на щепу поверхность бревна с двух сторон. Профильные ножи снимают и дробят на щепу горбушки с четырех сторон. Затем дисковая пила распиливает на доску. Двухшпиндельная двухпильная система позволяет получать ровную доску высококачественной обработки. После обработки бревна с двух сторон, станок переворачивает его на 90 градусов и продолжает перерабатывать бревно на щепу, доску и брус. В зависимости от сорта древесины и размера бревна для оптимальной обработки данный процесс может повторяться несколько раз. В итоге станок, исходя из четких расчетов, производит материал наивысшего качества. Особенности. Система Counter Plus удовлетворит все ваши пожелания. Высокая доля выработки. С помощью программы оптимальной распиловки и системы ступенчатого отпила стало возможным получение материала короткой длины, например, из неидеального бревна длиной 4 метра. С помощью ступенчатого отпила системы Counter Plus можно получать доску длиной 3 метра. Малые габариты, небольшое количество рабочих. Новая система позволяет выполнять технологический процесс четырех станков прошлого. Благодаря малым габаритам станка можно сэкономить на строительстве помещения под станок, а также сократить количество рабочих, занятых в процессе производства.
отсутствие проблем с отходами. Решена проблема, постоянно возникавшая при утилизации крупных отходов. Станок системы Counter Plus перерабатывает все отходы в щепу.
Wood is based just outside Abingdon, in a small village called Bezersley, on a farm where the sawmill is located, along with timber machining facilities. But timber sourced locally, which to us is Oxfordshire and the surrounding counties. So we've made contact with tree surgeons who have got redundant trees that they're cutting down and try and utilise those and turn them into boards for future markets, but also buying off of woodland management companies. So we buy quite a bit up from Hungerford, from a company called Wessex Woodlands, and that can vary from maybe one lorry load, maybe up to 10 lorry loads of oak at a time. We also buy from the Forestry Commission wherever possible. It's all FSC certified, and we've just gone FSC, so we can keep an eye on managed sources. But basically, buying off of landowners as well is quite an important part from our perspective. One-off logs are just as important as two or three lorry loads. As a tree opens, it's always a bit of a worry to actually know what's inside the tree. We've had some experiences where there could be wire in the middle, or some people have found push pipes or something growing in the middle, or glass bottles. Thank goodness we knew that this was a woodland tree, so we shouldn't experience any of that. The tree's going to go to so many different people and have so many products made from it. It's just generating awareness that timber has got to be harvested for the future. But it's also good that the logs are going to be made into furniture that could probably last another 100, 200 years down the line. Mm-hmm. So the tree's grown for 150 years, it's been turned into a piece of furniture, and it's there for another 150 years, doubling the life of the tree. I think that's just fantastic to generate that awareness.